Добрый день. Конституция и федеральные законы говорят, что информация должна быть открыта, если, конечно, она не секретная. На сегодняшний момент я вам расскажу некоторые вещи, которые говорят, что на сегодняшний момент информации мы практически никакой не обладаем. Ну, например, год назад глава города Анташев Сергей Александрович принял решение о создании рабочих групп, которые должны были решить вопрос с техническим заданием по экологической машине и по предложениям муниципальную экологическую программу. Год, один год прошел, техническое задание только составили. А кто может сказать, когда эта машина заработает? Нам потом скажут, что нет нормативной базы, нет специалистов, полномочия это региональные. И решение, которое принял глава, это для того, чтобы оттянуть вопрос и ничего не делать. Присутствовал на заседаниях рабочей группы по разработке мероприятий муниципальную программу. Пришли ученые, пришли общественники, пришли различные люди и начинают что-то предлагать. Ребята, это нельзя, чиновники говорят, денег нет. Это тоже нельзя, денег нет. Это региональное полномочие, а это федеральное полномочие. А мы здесь ничего не можем. Сидит и на все вопросы отвечает, нет, 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 мы ничего сделать не можем. Хорошо, не можете вы сделать. Задаю вопрос. Ребята, а вы в региональные, федеральные органы обращались? Да, обращались. А покажите, пожалуйста, с какими документами вы обращались? А мы вам не покажем, с какими документами вы туда обращались. Потому что, чтобы туда обратиться, должны быть изыскания, должны быть исследования, должны быть какие-то конкретные мероприятия, когда они начинаются, когда они заканчиваются и сколько это стоит. И при этом на эти вещи не особенно-то и деньги нужны. И чего не тронешься, это нельзя делать. У администрации нет денег. Неправда. При разработке ряда документов, генерального плана, проектов планировок, в силу федеральных законов должны проходить изыскания экологические. Экологические изыскания не проводятся. В силу федерального закона должны разрабатываться проекты воздействия на природу. Проекты не разрабатываются, а главой администрации эти документы утверждаются. Был на ряде совещаний. Говорят, много заболеваний, вот точно то, сейчас как выступающий сказал. Встает чиновник и говорят, много легочных заболеваний? Да чепуха, ребят, это вы курите. Много онкологического заболевания? Да чепуха, ребята, это образ жизни. И воздух никакого отношения к этому не имеет. Ребят, ну давайте сделаем исследование о влиянии воздуха на заболевания. Давайте мы посмотрим по генплану, насколько люди болеют в зависимости от расстояний, где они живут. Это все сделать очень и очень легко. Администрация делает все, чтобы ничего не делать, прикрываясь различными отписками. Что нужно в решениях? В решениях нужно потребовать. Назовите, пожалуйста, дайте, пожалуйста, план работы с конкретными датами, когда заработает экологический автомобиль, со всеми мероприятиями, которые там будут. Дайте, пожалуйста, план конкретной работы, какие изыскания и исследования будут проведены в Тольятти в течение 2-3 лет, чтобы понять, зависит от воздуха или не зависит от воздуха. Дайте, пожалуйста, план мероприятий по разработке проектов и по озеленению территории рекреационных зон, санитарно-защитных зон. Все мероприятия, если бы мэрия написала бы все эти мероприятия, поставила бы ответственных и спрашивала там на Думе или в общественных организациях, на экологическом совете, ей можно было верить. На сегодняшний момент я мэрии не верю. И боюсь, что это закончится, когда экологические вот такие призывы превратятся в политические. Спасибо. Спасибо большое.